Всем привет! Бересклет европейский. Наконец-то он окрасился. Я уже думал, не окрасится из-за такой погоды, но вроде солнышко неделю было, и он начал краситься активно. Красивые желтые, желто-красные листья и такие красноватые, даже ну не красные, красноватые такие, малиново-красноватые. Очень интересно, мне понравился. Ну, я до этого видел их, как они красятся, но у меня не красились они. Вот. Так что очень понравилось. Я думал, что в этом году выдаст бересклет мне ягодки. Зацвести зацвел и все цветы сбросил. И все. Ну, очень надеялся. Ну, может быть, на следующий год даст, не знаю. Чего он не захотел. Вот. Вот такой бересклетик. Не знаю, может быть, поеду еще весной, если все нормально будет. Я вроде опять концы питомники возобновил еще более мощно. Ходы все. Вот, уже серьезным человеком там. То есть вполне возможно будет. И форзиции будут толстые, возможно, надо смотреть. Я особо не ходил, а потом не ходить мне с кем-то мне очень неудобно. Мне надо одному ходить и одному копать там. Я думаю, что я договорюсь. Вот. И может быть вот такие вот будут бересклеты. Но по цене они будут. Значит, заготовки, это я вам гарантирую, где-то... От 4-6, ну, 4-6 тысяч. Вот. Как бонсай или заготовка из магазина. Примерно по такой цене. Ну, тут просто, как сказать, каждый выбирает по себе. Либо что-то полуготовое покупать, либо брать такую красоту и работать год, два, три как минимум. Ну, да, такой начальный, да, более-менее интересной стадии формирования. Бонсайница питерского керамиста Клима Яблочкина. Хатей, 4 настроения. Очень интересно, я придумал, Клим откликнулся резко прям. И мы стали делать, он стал делать. Вот. Очень интересно. У него еще вторая работа есть там, диван. Но об этом уже, наверное, весной. Вот так вот это смотрится. И все, деревья сейчас уже буквально чуть-чуть времени, и они уйдут на покой. Тут, знаете, вот что я вам хотел сказать. Уже где-то какие-то вот комментарии давать, не, как сказать... Ну, не на своей площадке или что-то, это себе дороже. Тут написал, там, люди мучаются, мучаются. Я говорю, ну, пойдите, прикопайте куда-нибудь. Ну, естественно, я не говорю посередине двора там или на Красной площади прикопать на зимовку. О, бегемотина пришла. Вот. Ну, совершенно не говоря. А потом это ваша трудность, как вы, где прикопаете, ну, надо... Как бы так, мозгами шевелить. Значит, уйди отсюда. Значит, это тетя. Вот, говорит, и что я прикопаю там? Она даже не понимает, о чем я написал. Я прикопаю, что сидеть с ружьем, караулить. Но тебе же уйди, сказал. Тебе же не заставляет это посередине красной площади. Уйди, сказал. Достал собака. Лезет. Вот. Где-нибудь прикопал, в крапиве, в каких-нибудь кустах там. Что-то люди прям так и смотрят, ходят, где вы бонсай закопали, что ли? Нет. Потом мне, уйди отсюда, сказал. Потом, значит, она дальше пишет, самое интересное. Ну, не все же, как сказать, могут там загородный дом иметь или какое-то приданное, чтоб тебе дали. А есть такая песня хорошая, очень хорошая, но это не про меня, это, наверное, про нее. А тому ли ты дала,
обещание любить. Но я же не могу, я еще дом ей можешь подстроить под этот, как сказать, под бонсай, который она будет прикапывать. Ну просто люди вот реально оторваны, вот пишут только ради того, чтобы просто написать. И ладно бы что-то умное, вот интересное, умное там, с удовольствием почитать можно, да? Не, ну вот хрень реальную пишут. Зачем это надо? Ну это так опять немножко о плохом. Вот. Просто, ну, я просто смеюсь вот над этим, над всем. Вот реально, насколько надо быть неадекватным человеком, чтобы писать такую эту хрень. Ну, она самая интересная, она и бонсай не занимается, не будет заниматься. Это просто есть категория таких людей, флудеры, как я называю, даже не флудеры, флудерасты. Это более емкое такое понятие. Просто флудят, пишут разную хрень. Вот, так что, ну, а бересклетик, красота, красота. Буквально через неделю все листья уже опадут по-любому. Вот я уже все, траншею приготовил, вспахал ее, землю вынул, чтобы она траншеей была. И буду сейчас, когда уже дневная температура будет ближе к нулю, но только найти надо такую, ну, потому что у меня 100 штук где-то прикапывать, это полдня как минимум. Надо найти хорошую погоду, выбрать, ну, без дождя хотя бы, потому что это иначе грязь будет сплошная, и прикопать все деревья. А как я прикапываю и как они меня зимуют, там есть более раннее видео. Значит, еще раз я повторяюсь, все видео у меня разложены по папкам, по годам, по, господи, как они, по временам года, там весна, лето, зима, осень, там, допустим, замазки, инструменты одно, там, ну, в общем, все-все разложено, просто можно взять и конкретно посмотреть из той папки, из которой вам интересно посмотреть это, чтобы не смотреть там все эти, потому что видео уже больше 180 штук, как бы уже прилично, наверное. Вот. И еще я хотел сказать о хорошем. Спасибо ребятам, девчонкам за адекватные, умные, хорошие, добрые пожелания. И в мой адрес, в адрес деревьев моих. Огромное спасибо, респект вам всем. Вот. Так что подписывайтесь, если хотите. Просто вы быстрее увидите, что видео вышло. Колокольчик зазвенит. Вот. Ну, ставьте лайки, дизлайки. Уж у всех, как сказать, разные понятия. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Это вполне естественно. И ничего в этом такого плохого я не вижу. Ну вот кому-то что-то не по мне, что же бывает, что-то не нравится там у кого-то. Вот. Я единственное только, я не пишу глупых комментариев никогда. Ну и не стараюсь, по крайней мере. Лучше промолчать. Как пословица есть. Промолчи, за умного сойдешь. Вот так я стараюсь это делать. Ну, на этом все. Всего хорошего. Не болейте. Здоровья вам. Пока.